Добрый день, уважаемые трейдеры! Вас, как всегда, приветствует компания WinOption Signals. И сегодня у нас на рассмотрении индикатор для бинарных опционов One Minute Profit Signal. Данный индикатор предназначен для торговли турбоопционами на таймфрейме M1 с экспирацией 60 секунд. И при использовании данного индикатора для скальпинга по тренду можно получать в среднем 65% положительных сделок. Данный индикатор больше подойдет опытным трейдерам, так как при работе с ним нужно очень быстро реагировать на появляющиеся сигналы и также понимать, какие из них не стоит использовать. На 100% неизвестно, на чем основывался данный индикатор, но большинство трейдеров сходятся во мнении, что за основу был взят канальный индикатор Bollinger Bands. Если добавить два этих индикатора на график, то можно увидеть, что они сходятся во многих сигналах. Но не исключено, что данный индикатор может использовать и другой алгоритм работы. Устанавливается данный индикатор стандартно в терминал MetaTrader 4. Настройки можно оставить по умолчанию, но при желании можно поменять период. Если вы не знаете, как правильно устанавливать индикаторы в терминал MetaTrader 4, то в данной статье есть видео, в котором подробно рассказывается весь процесс установки. А теперь давайте перейдем на реальный график и познакомимся с правилами торговли по данному индикатору. Так как индикатор является сигнальным, то и правила торговли здесь очень просты. И соответственно зеленая стрелочка обозначает, что нужно открывать опцион Call, а красная стрелочка обозначает, что нужно открывать опцион Put. Хочется отметить, что индикатор показывает лучшие результаты при торговле по тренду, но использовать его можно и во флете. Но нужно обращать внимание на то, чтобы флэт был довольно широким, как в данном случае. Если же вы любите торговать по тренду, то рассматривать сигналы от данного индикатора стоит только по тренду. Контртрендовые сделки, скорее всего, принесут убыток, так как индикатор генерирует очень много сигналов. Также, чтобы улучшить результаты по данному индикатору, можно добавить какие-либо фильтры, например, уровни. Также хочется отметить, что при торговле с данным индикатором можно использовать систему Мартингейла, но обратите внимание на то, что такой метод несет за собой очень большие риски, и поэтому его не стоит использовать, если вы не уверены в сигналах, которые дает индикатор. А теперь давайте перейдем к реальным сделкам и посмотрим, насколько хорош данный индикатор в реальной торговле.
Как можно видеть, было совершено 5 сделок, 3 из которых принесли прибыль. Но стоит отметить, что 2 сделки были совершены по системе Мартингейла. А это значит лишь то, что данный индикатор стоит очень осторожно использовать опытным трейдерам и лучше всего не использовать новичкам, так как при работе с ним нужно обращать внимание на очень много разных моментов, которые могут сбить с толку. Поэтому использовать данный индикатор стоит только после тщательной проверки на демо-счету. И не торговать одновременно много активов, так как чем больше активов, тем больше ложных сигналов. Если данное видео было для вас полезным, не забудьте поставить лайк и подписаться на канал, чтобы не пропустить обзоры интересных стратегий и индикаторов, а также других тем. Удачной торговли!